Ух ты, моя собака без меня уезжать хочет. Другие, всем привет! Со старым Новым годом всех! Дай вам Бог всем здоровья! Не об этом. Не понял. Заглохло. Ну ладно, всем привет. В общем, еду к староверам или к старообрядцам. Мы сейчас узнаем. Я везу для них посылочку. Вот она у меня в санях лежит. Передали наши общие друзья. Православные из Москвы, славного города. Хотя, когда туристы мне говорят или гости, что они из Москвы, я говорю, что соболезную. В общем, ладно, настроение хорошее, потому что сегодня день рождения моего сына. Сынок, с чем тебя, кстати, и поздравляю. Вот, скоро стол. Болтать некогда, жена сказала, пулей к ним и обратно. Поеду и спросим, старой веры или старый обрез. Так, а почему не завелось? Край не закрыт. Балда. Но краник открыл, завел. Поехал дальше. Посылка на месте. Посылка на месте. Эх, хорошо в деревне. Окошечки горят в домах. Где-то горят окошки в домах. Люди живут. Печка топится. Хорошо. Чувствуется. Жилой дух. В каких-то домах люди приезжают только на лето. Они сразу видны издалека. Такие хмурые серые. А вон там, вдалеке, Ольга Вячеславовна, домик. Ольга Вячеславовна, поздравляем со старым Новым годом. А в общем, буду сейчас сворачивать в лес. Мы находимся на мысу. И в самом-самом носике мыса живут староверы или старообрядцы. В общем, они мои друзья давние. И сегодня мы все узнаем. Проверили старообрядцы. В общем, дорога дальняя. Вот все ли в порядке. Лесная. Какие следы даже есть. То ли зарослей собак. Еду к нашим друзьям. Любуюсь. Блин, как красиво в лесу. Просто немыслимо. Иногда едешь, смотришь, такой сугробик стоит. Задеваешь его там снегоходом, мотособакой там, или рукой. Он облетает, и оттуда выглядывает такая и елочка, и сосенка. Берегите друг друга, любите друг друга. Пускай у всех все будет хорошо, у всех все получается, и у всех все складывается. Конечно, интересно всегда знать, что тебя ждет впереди, но нужно же сегодня, я так думаю, и радоваться этому. Поехали дальше. Красота. Всех люблю на свете. Я. Это родина моя. Красиво, да? Синего. В таком лесу мы и живем.
Ладно, поехали, смеркается. Потом еще обратно возвращаться. В общем, я отключаюсь. Буду подъезжать. Включу. Посылка на месте? Посылка на месте. Ну, в общем, долго и коротко. Но... Да я понял, более красиво было. Кулита, кулита. Ого, нифига снегу. Отвори, брата. Здорово, дорогой. Фото и видео съемка разрешена? Здоровенькие были. Ай, пускай лежит. Надо было объехать. Каюсь грешен. Здоровенькие были. Так, с Рождеством Христовым вас. Вас тоже так же, поздравляю. Божьей помощи. Храни Господь всю вашу семью, медведя. Медведицу и медвежонка. Спасибо. Самый главный вопрос у всех, кто смотрит мой канал. В общем, я веду типа канал. Староверы или старобрядцы? Нет. Мы-то? Мы не коняне. Мы обычные. Не староверы, не старообрядцы. Мне хана. Мне хана. Не тот репортаж. Не, я всегда, знаешь, это какого? Я всегда снимал, всегда говорил, я с своим друзьям, староверам еду. Староверы, это в смысле, типа, мы староверы, да. Мы верим по-старому. Водочку верим, да. По 3.30, хлебушек, колбасу 2.20. Мы верим в самые простые вещи. Друзья, открою маленький секрет. Значит, с Димкой мы знакомы очень давно. Вот, считаю вас своим таким маленьким другом. Маленьким, просто меньше меня. Вот, это его батёк. Познакомьтесь. Увеличать. Анатолий. А получится-то? Юрьевич. Анатолий Юрьевич. Это Анатолий помню, а Юрьевич не помню. В общем, я дурак. Родился, дураком помру. Но я всегда выражался, еду к староверам, моим друзьям. Еду к староверам, к своим друзьям. Ну, вот, и все староверы или старобрядцы они? Пифишут там мне. Кажется, старовер. Кажется, старовер. По-старому. В общем, водочка по 3.30. Да, да, да. Если по 3, если рюм купить, то по 3 рюмочки. Водка 3.62. Так. Вот. Ну, раньше-то раньше. Стоило в советские времена. Староверы по старым временам все. Да это шутка, это в этом. Да я понял. В этом было. Как он? В городке это было. Короче, Димас, держи камеру. Я вам хоть и привет. А, ты ходишь типа, чтобы под роспись, что ты привез, да? Ничего себе, это поэтому ты в ворота заехал. Я думал, там вон. От наших общих православных друзей Герасимовых. О, спасибо. От наших последователей в крещении, ой, в венчании жены своей. Это вот вам, собственно говоря, передачка. Юлия, наверное, ну, спасибо. Да, спасибо. Ну вот, вы, пожалуйста, спасибо, можно сразу в прямом эфире и... Мы никому не покажем, что там есть. Не-не, я имею в виду сказать слова благодарности. Как спасибо, давайте споем колядку. Давайте. Запивайте, христиане, чти веселый день. В Вифлеемском бедном стане Бог лежит на сене. В Вифлеемском бедном стане Бог лежит на сене. Стоят над ним волы осел, кланясь, дыхают, а на небе славу вышних ангелы спевают. А на небе славу вышних ангелы спевают. Аминь. Вот так. Всех с Рождеством. Накалядовали. Храни вас всех Господь. Слушайте, а я слышал и пел? Коляда, коляда, отворяй ворота, богато живите и нас одарите. А вас одарить? Да. Подарим. Дадуть. Дадуть. Сейчас догонит и еще дадуть. Чем мы тебя таким одарим? Очень сильно
Хотя вы знаете, я не придавал этому слову действительно староверы, старообрядцы. Когда они твои друзья, когда они хорошие люди, будь они хоть немцы, хоть итальянцы, хоть староверы, хоть иконяне. Вот. Все равны перед Богом. Все. Ну, русская церковь православная, это же не иконианская церковь. Нет, я этот порой, когда снимаю что-то, стараюсь выражаться простыми словами. Вот. И как-то бывает, начнешь мудрить, и куча вопросов сразу. А что, а кто? А староверы, а старобрясы? Ляпнул, как говорится, с дуру. Понятно, надо попроще все. Да. Господь не требует чего-то большего. Он просто на самом деле. Ну да. Я в последнее время прям постоянно реально ощущаю его рядом с собой. Так мне помогает вообще просто. У нас, видишь, как это после ребят осталось. У нас дети уехали 2 дня назад. Внуки? Ну? А я-то думаю, что так все вытоптано? Так вот, тут это, как Стоунхендж, тут наделано все. Ой, лучше это не фотографировать. Это тут такая скульптура. Да? Совершенно не православная. С титьками, что ли? И прочее, прочее. Да. Таким? Это крепость. Крепость, да. Ну тоже видишь ее, это уже все она. Резная какая-то была. 2 резная. А вот этих 2 вот, вот таких вот. Угу. Они как раз на дорожку, видишь, сюда выходят головами на дорожку, 2 головы. И тоже. А это головы, да, чьи-то? Да, головы. Я Леша говорю, Леша, ну ты сделал голову. А дорожка как раз к туалету. Пойдешь пописать, со страху ночью можно и не дойти. Ну, да, можно и надуть вон в сторону, да, парника. Да, такая страшная голова. Ну, по-моему, ее потом чуть исправлял, не знаю. Скажи на милость, не болеете? Болею. Болеете, да? Сопли, мопли, кашель, да? А ребята приехали. Города. Но привезли. Тоже нам как привезли. Главное, болячка такая тяжелая вообще. Просто состояние идиотское. О! Что-то дают. Надо брать. Спасибо вас, Господи. Немного. Я буду чаще ездить. Я еще одну песню выучу. Давай, давай. Друзья мои. Пока есть время, колядовать. Друзья мои, живите мирно. А сегодня, да. Живите в радости. Радостью делитесь с другими. И глядишь, и вам что-нибудь достанется. Можешь вам мешочек радости отвалят? Чего? Я говорю, может, и вам мешочек с радостью отвалят? Вот это ки. Спасибо большое. Спасибо, Господи. Ну что, я отключаюсь. Прощаемся, ну, да, я поехал. Всем привет. В общем, други, как говорится, за базар нужно отвечать, да? Мне зря кто-то сказал. Сколько живу, сколько Димку знаю, реально всегда думал, что они староверы. Единственное, не понимал, староверы или старообрядцы. Так что мы развеяли миф относительно старой веры и старообрядчества. Кто бы вы ни были, храни вас всех Господь. С Рождеством Христовым вас, со Старым Новым Годом и своего сына. Конечно, сегодня с днем рождения, сынок. Пусть всегда улыбается себе небо, мирное небо над головой. Пусть будет долго жить твоей мамой с папой, потому что ты всегда останешься для нас маленьким ребеночком. Что еще сказать? О чем болтать? Поехали домой, ужин ждет. Опа! И стало красиво. Опа. И стало зеленое. Не реклама. Относительно этой конторы еще подумаем. Советовать ее кому-то или нет. Не реклама.
Вот так замечательно съездил к своим друзьям, отвез им посылку и поехал обратно. Погодка замечательная, мягкая, последние дни стоит. После долгих морозов у нас было до минус 40, где-то фиксировали даже минус 44. Но сейчас замечательная погода, легкий снежок падает, прям мягкая такая погода. Может быть, не знаю, минус 6, минус 7. Короче, все классно, все здорово. Без комментариев не оставляйте. И прошу избавить от гневных комментариев. Если кого-то обидел, прошу всех меня простить и понять. До новых встреч, други. До новых встреч.